так пока остальные там непонятно чем занимаются, Алина занимается работой, снимает баннеры, работает, да, убирает мусор, моет пол. Гладит вещи, да. А вот здесь вот лентяи собрались. Нет. Ну, кроме вот этого. Не, бабски все молодцы. Нормально было, поешь. Вазелин. Это реклама вазелина бесплатная. Кристина пользуется вазелином. Андроид недовольный, да, такой расстроился. Баряныч тоже недоволен, факи показывает. Факи на тренировке надо показывать. Меня тоже воткнули. Воткнули? Да нормально, хорошо все прошло. Кто работал, тот то и получил. Вот она. Вот она, восходящая звезда. Кристина Гоша. Вот она, удар. На Витя даже по мне попасть не может. Все, ты все убрала? Все помыла?